Чихиртма – грузинский суп, который традиционно готовят на курином бульоне без овощей, но с двумя заправками – яичной и мучной. Получается густой, вкусный суп. Смотрите, как приготовить. Для приготовления этого грузинского супа нужна кукурузная мука, а не пшеничная. Для яичной заправки используйте только желтки, а не целые яйца, тогда суп будет нежнее. Чихиртму подают порционно, сначала кладут кусочки мяса, потом наливают суп и добавляют нарезанную кинзу и мяту, свежую или сушеную. Именно эта пряная зелень придает супу нужный вкус. Подают суп без сметаны, он и так уже густой и ароматный. Курица 800 грамм. Лук репчатый, 1 штука. Мука кукурузная, 2 столовые ложки. Яичный желток, 4 штуки. Лимонный сок, 2 столовые ложки. Масло сливочное, 25 грамм. Кинза свежая, 20 грамм. Мята сушеная, 1 щепотка. Чеснок, 2 зубчика. Перец красный молотый, по вкусу. Соль, по вкусу. Количество порций, 4. Курицу, примерно половину курицы или цыпленка. Залейте 1,5 литра воды, доведите до кипения, снимая пену. Бульон посолите по вкусу и варите курицу до готовности. Затем выложите курицу на тарелку. Репчатый лук почистите, промойте, мелко нарежьте и обжарьте на сковороде в небольшом количестве сливочного масла. Затем, добавьте мелкую кукурузную муку, и постоянно перемешивая, влейте половину стакана куриного бульона. Мучную заправку вылейте в кастрюлю с бульоном, взбейте венчиком, чтобы не было комков. Отдельно взбейте яичные желтки с соком лимона, или с белым винным уксусом, в течение 2 минут. Бульон доведите до кипения, затем добавьте мелко нарезанную кинзу и мяту, толченый чеснок, красный перец и яичную заправку. Добавляя яичную заправку, перемешивайте суп, чтобы не образовались хлопья. Затем сразу же снимите суп с огня. Дайте супу немного настояться и подавайте горячим. Приятного аппетита!